Итак, в чем же отличие аноскопии, ректоманоскопии и колоноскопии? Аноскопия позволяет нам осмотреть анальный канал и начальные отделы прямой кишки, примерно 10 см. Ректоманоскопия позволяет изучить 30 см, это все отделы прямой кишки и начальные отделы сигмовидной кишки. Колоноскопия позволяет осмотреть весь толстый кишечник, и делается это с помощью специального инструмента эндоскопа.